Добрый день, Паркаев Александр, глава крестьянско-фермерского хозяйства, Мелькевский район, Ульяновская область. Хотелось бы вкратце рассказать о нашем хозяйстве, которое в основном занимается растениеводством. У нас в обработке 3327 гектаров земли. Хотел бы отметить то, что из линейки Растельмаша у нас 5 акросов, 3580 и 2595, и 2 РСМ-24-00. 27 января нам привезли новый трактор компании «Уником». Это РСМ-24-00. Данный трактор у нас в хозяйстве получается второй. Первый трактор получается в 2020 году. Мы очень скрупулезно подходили к этому вопросу непосредственно, какой выбрать там из определенных, одна модель, вторая модель. То есть, ну, выбрали взять лучше РСМ-24-00, получается, в топовой комплектации максимально. Почему? Потому что данный трактор имеет, ну, все те необходимые характеристики, которые на данный момент нам нужны. Хотелось бы отметить то, что трактор РСМ-24-00, который нам поставила компания «Уником», является уже вторым трактором из этой линейки. И что хотелось бы отметить? Первый трактор мы взяли, получается, в августе 2020 года, и, можно сказать, за один круглый год трактор у нас наработал 1350 моточасов. За год трактор показал себя просто, можно сказать, идеально. Трактористу нравится, нам вдвойне нравится то, что им нравится. Вот. А трактор оснащен всем тем, что на сегодняшний день необходимо. То есть это правильные развесовки, чтобы можно было раньше выехать в поле примерно на неделю и не таскать его там, скажем, на трос. А второй момент очень важный – это то, что в комплектации, которую мы взяли, получается, максимальный, идет уже автопилот, который, ну, просто выручает. То есть, получается, первое – это экономия времени, второй момент – это экономия дизельного топлива, третий – это, ну, просто удобство, и количество выработки от этого растет.